колени за носки в приседе. Итак, колени за носки могут уходить или нет. Как это часто бывает? Образуются два лагеря. В одном выход колени за носки – это смертный грех, при котором ваши суставы тут же должны аннигилироваться. В другом – просто молиться на эти колени, считая их выход вперед признаком высшего пилотажа. Чем дальше вы выводите колено вперед относительно вертикальной нагрузки, тем больше нагрузка на сустав. Сила в коленном суставе напрямую зависит от того, насколько сильно он вышел вперед от вертикали. Причем при выходе за носки на самом деле волшебства не происходит. Это никакой не Рубикон. Это лишь какой-то взятый с потолка ориентир, который не дает вам слишком сильно выводить колени вперед. Вместе с тем растет момент коленного сустава, и также растет активность разгибателей колена четырехглавой мышцы. Если выводить колени меньше при той же глубине, ваш таз будет уходить сильнее назад, увеличивая нагрузку на мышцы разгибатель тазобедренного сустава, ягодицы, заднюю поверхность бедра, приводящие, и увеличивается статическая нагрузка на мышцы разгибатель поясничного отдела позвоночника. Распределение нагрузки между суставами в приседаниях. Поэтому, если ваша цель квадрицепсы, то колено за носки – это хорошо. Если вы тяжелый атлет и вам нужен максимально глубокий сет – это хорошо. Будет ли это вредить колену? Вопрос, на который нет ответа. Если ваши колени изначально здоровые, у вас хорошая техника движений и, самое главное, вы не испытываете проблем на практике, почему бы и нет? Если вам нужно развитие мышц задней цепочки, то просто выполняйте тазодоминантные приседания. Если ваша цель побольше присесть в пауэрлифтинге, то снова тазодоминантные. Присед может помочь, но нужно смотреть на личные особенности атлета, его антропометрию и технику. Различные положения суставов дают разный акцент в приседаниях. Важно, чтобы ваши пятки не отрывались от пола. Ваша стопа должна надежно упираться тремя точками. Большой палец, мизинец, пятка. Если с этим проблема, попробуйте внести в тренировки упражнения для мобильности коленостопного сустава. И как временная мера, подкладывать под пятки блины, доску, плинты. Это увеличит вынос колена вперед. Это касается глубоких фронтальных приседаний для глубокого седа или большего активации четырехглавой. Первое. Вы можете выводить колено за носки. Это предусмотрено природой. Второе. Чем сильнее колено вышло вперед, тем больше нагрузки будет на сустав. И это не всегда плохо или опасно. Третье. Сначала определитесь со своими целями и своими ощущениями при движениях. Самый худший вариант – у вас болят колени. Но ваша цель – это глубокий присед или тренировка четырехглавой. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока. We'll be right back.